18:45, 29 мая 2019 года. Татьяна Салманова, Мактум, Сейфу, это я. Это я. Недавно встала, уже приняла душ, до этого выкинула мусор, мусоропровод, так что вот. Александрова Татьяна Юрьевна, мое новое имя, отчество, фамилия. Татьяна Салмановна, Мактум, Сейфу, это я. Это я, так что вот сейчас покажу бидон. Бидон с моего окна. Так что вот, Пирусенька, красотка. Вот мужчина. Мужчина звонит в белой машине. Мужчина звонит куда-то. Так что вот, вот такие вот дела. Там машина 0083. Мужчина вот гуляет с рюкзачком. Гуляет. В наушничках. Вот какие-то скруточки. Ну, сейчас на ручки возьму. Сейчас на ручки возьму, моя красота, моя девочка. Так что вот, вот такие вот дела. На ручке. Моя девочка такая красотка. Эти скруточки. Разберусь. В общем, на ручке. Тебе, наверное, вымыть надо. Разберусь. Аж на полусогнутых. Эти скруточки. Так что вот, в общем, ладно, Пирусенька, давай-ка сюда, вот, на пол. Давай-ка, Пирусенька. Давай-ка. Сейчас я загружу. В общем, смотрите. В общем, эти скруточки прямо на полу. Пирусенька подсказывает, в общем, такой пол здесь. Вы понимаете, да? В общем, 18:48. Сейчас буду жарить себе блинчики, пассеровать яблочки, завтракать. Так что вот. А так я родилась 20 июня 1972 года в Ленинграде. Закончила, училась в 234-й школе, потом 256-й. Вот, в ПТУ 90. Обратите внимание, мужчина прямо с этими... В общем, вот так вот. Вот. Поступила, работала машинисткой в журнале «Правоведение». Вот. Училась на вечернем юрфаке. Закончила юрфак в 1997 году. Вот. Была замужем за Борисом Максимовым Данским с 2003 по 2008 год. Написала книжку «Тайная психология денег, секреты богатства и процветания». Вот такие вот дела. Вот, получила сертификат на грант на 10 миллионов долларов, которые я жду. Так что вот, вот такие вот дела. Просто шикардос. Чем здесь нужно убраться немножко, прибраться. Сейчас сковородочку надо помыть. Сейчас помою сковородочку. А, вот нужно сначала водичку убрать. Я... Сейчас
водичку вылить в унитаз. Простячка, третий этаж. Я же тебе уже говорила, третий этаж. Будь аккуратна. Третий этаж. О, мне нужно закрыть кран. О, здесь у меня кран еще сломался. Ох, кран сломался. Сейчас я вам покажу кран. Здесь кран у меня сломался, его нужно прикрутить. Прикрутить кран, потому что, короче, вот такие вот дела. Распираем. Thank you.
Вот, да, в общем, такие вот дела.